Гороскопы по знакам зодиака на 24 мая 2021 года. Лайк в знак благодарности. Общий гороскоп. Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало. Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое, придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы. Спокойный плодотворный день, позволяющий все делать по плану. Лучше не спешить с решениями, особенно если дело касается работы. Неожиданные предложения могут казаться заманчивыми, но, рассмотрев их пристальнее, вы обратите внимание на некоторые важные нюансы. 24 мая – это день удачный для любых проявлений чувств. Позитивное настроение и оптимизм будут сегодня основными сопутствующими качествами. Вечер же стоит посвятить более аналитическим делам. Возможен успех в делах, касающихся укрепления социального положения, влияния в коллективе. В качестве отдыха лучше всего подойдут спортивные мероприятия или прогулки. Лев. Особое внимание львам стоит сегодня уделить материальному положению. Твердый базис для вас сейчас важнее, чем демонстрация личных качеств. Стоит воздержаться от необязательных трат и сосредоточиться на накопительстве. Ваша помощь в аналогичном деле может понадобиться и вашим близким. Удачный день для львов, занимающихся коммерческими операциями. Вероятно, достижение цели, денежные доходы или значительное продвижение на пути к поставленной цели. Женщин-львов ждет очередное, но, к сожалению, кратковременное увлечение. Благоприятное расположение звезд сулит успех мужчинам-львам, занятым на руководящих должностях. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Гороскоп советует льву собраться силами, которые скоро очень понадобятся. Слишком поспешные действия не принесут вам пользы, а только навредят. Возможно, что какой-то влиятельный человек протянет льву руку помощи. Не стоит отказываться от поддержки, как моральной, так и финансовой. Идеальное время для того, чтобы планировать будущие дела, особенно в бытовой сфере.